Водни путь Йордан. Озеро на окраинах Руси. Вот. Ребята, не знаю, как это будем делать, брат. Меня всякими способом не позволяет ничего делать. Я сейчас такая умора, не могу вспомнить, когда не чувствовал. Мешает всех насекомых, всех птицы, все людей. Время идет. Я не могу знать, если нас не оманивает. Так у меня потихоньку хочется ленточку убрать. И вот, вот так идти. Как сумасшедший. Вот эта поддержка для наших на фронте. И не только. Я это объяснял. Я как-то на испанском. Да, уже это объяснял. Таким образом показываем, кто сейчас говорит. Всегда я надеюсь. Другие отправляют информацию. Вот я выбираю, что делать с ним, да. Хотел сказать, что у меня деньги не были. Не знаю, здесь как это закончит. Та собака вот вокруг нее, она, блядь, пошла там внутри. Это инсталляция. Это помпа, я не знаю, как это. Помпа. Помпенная инсталляция, помпенная централь, что-то там. Внутри там 10 собак вокруг. Ну, они не проблема такой, но там я, по-моему, не имею права входить. Нож должен выбрать какой-то, что ли. Если полиция останавливала, пусть не был незаконным. И бензин хотел все здесь сделать, вся работа. Не мог стирать свою одежду на то, что будем работать в следующую неделю. А вот не позволили никак. Что хотел сказать, да, будешь ли верить или не будешь, это, блядь, это как могу. После того, что мы обсуждаем что-то, берем какие-то обязанности, и потом пусть меня не позволяет выполнять моих, то как буду верить, блядь, да? Хочешь меня показать такой, какой ты никогда не был? Ну вот никогда. Были такие моменты, конечно же, но это 1%, они все. Они только брали того, да. Так ли я делаю с ними? Вот меня все остальное для меня не имеет никакого значения. Потому что вот что на самом деле произошло, да? И опять сказали, кто первый, кто второй. А вот, хочет они сказать, вот, если мужчины, они вокруг, и они первые, и в середине все то остальное, то тогда сами ответили собой. Ну, пусть так и так. Оставили меня как-то уезжать и все. А, хотел сказать, мне хочет поставить ту позицию, я же не хочу быть с нее, я же даже притесняюсь, если откуда и как буду на нашу территорию, нашу землю. Я здесь не хочу остаться, блядь, никак. Думал, пешком идти, говорить, давай, ты должен взять документацию, брать машина как. И если деньги были, они закупать, потому что мою. Если деньги были отремонтировать, а нет, то я же зарегистрировал ее здесь на имя Гинка.
таким образом. Плохо на нее идти. Ну, я же люблю ту мужчину. Ну, вот. И без нее будем как-то, да? Все остальное должен сделать, заплатить все остальное. Говорят, а вот если... Как это буду сделать, когда... То, что буду зарабатывать, не будет хватать, да? Сигареты не буду бросать, блядь. Только то у меня осталось, если то нет, я уже точно с ума сойду. А, да, для сигаретов. Мне нравится Камель курить. Все остальное, что курю, всегда, вот, может быть, вы видите, что я покупаю, я хочу показать, что их хочу сжигать. Да вот и Камель тоже, может быть, на... намного больше, чем все остальное. Ну, может быть, зато и мне нравится. Не могу знать. Ну вот, если могу, если есть Камель, то я нормально покупаю за то, что мне нравится. А не, скажем так, а не за что-то другое. Да. А вот все остальное, опять объясню, вот, демонстрирую мою волю, чтобы таким способом, если смогли, мы так и сделали с тем. Суки. Ну, иду, буду покупать сигареты, может быть, и думать надо, что берем отсюда, твой завтра утром могли и типа опять работать. А вот на 27-й думал идти в Софии за виза. А если не закончим эту собаку, то у нас проблем будет, потому что у нас виза не, они не будут дать. Или там что-то будут найти как-то. Вот. Здесь все это, что надо сделать, вот трава уже до коляна. Так что то надо сделать тоже. Если нет, то потом проблемы какие-то всегда есть. И как все это будем сделать, я ж правду говорю, не знаю, блядь. Ну, самое легче было. Если возможно, то что ж. Ну вот, я же время тоже не могу терять, потому что лето закончится, и как буду делать весь этот путь, как буду идти, если холодно. Пусть не только то, мне говорят, если очень горячо, то тоже когда ночам. А вот я же и не хочу идти. Надо знать, когда кого представляю, каким образом, потому что сейчас, может быть, вот я первый день здесь, новая территория, или как-то не хотели меня оставить ничего делать. Может быть, это лучше, если я был в каком-то, в какой-то момент меня пользовали как суббота, а вот суббота, ну, это как, может, она, Динка или что-то, не могу знать, блядь. Вот таким образом, если я не знаю, когда у нас будет наше время это делать. И тоже я могу и хочу идти без обувь, но то если проблем, то завтра не могу работать, если там что-то есть, да, там, в ногах. Итак, ну, хочется мне, чтобы пустил львы, чтобы... Тогда, может быть, меня пустят и помогут. Вот я же не могу. Я правду говоря не могу. И не хочу, блядь. И видеть их не хочу. И да, правду говоря, хочу с ними закончить. Почему надо быть лицемером, лукавством, говорить и ипокритом? Давайте пока.